Проигрывать всегда неприятно, но мы с этого трагедии никакой не делаем. Команда в стадии становления, много ребят молодых, много там несколько ребят новых, то есть, скажем так, наигрываем связи. Что-то на футбольном поле получается, что-то не получается, но я считаю, мы двигаемся в правильном направлении. Все впереди, нужно немножко терпения и времени. Ошибки совершают все, и вратари в частности. Ну, например, там, если вратарь может сделать одну-две ошибки в течение игры, они будут более, скажем так, результативные в кавычках наши ворота, то полевые могут ошибаться в 20-30 раз. Поэтому ошибся, как бы на этом же жизнь не заканчивается, продолжаем работать. Суть в другом, намного важнее, чтобы ребята были психологически устойчивы. Сейчас такой период, что действительно это немножко тяжело, немножко старшие ребята против нас играют. Ребята старались, я никого не могу как бы обвинить, и поэтому и выделить не хочу никого, потому что все старались, в принципе, все сыграли ровно. Понятно, есть, хотелось бы кто-то, чтобы сыграл лучше, кто-то более себя проявил, тем более там сегодня дебютировал у нас там Саша Акилык, 2003 года парень. Те моменты, которые мы не реализуем, это есть уровень мастерства, к этому нужно стремиться и к этому нужно прийти. Если они пытаются обыграть, и у них есть качество, там скоростная техника, и они обладают дриблингом, могут на скорости все это сделать, они это должны делать. Просто, скажем так, немножко не различают ситуацию, просто где это нужно делать, а где нужно просто быстрее мяч передать в зону завершения, а уже там применять свой дриблинг и умение, и мастерство, которого еще, к сожалению, я повторяю, не хватает. Поэтому это все нормально, наша задача немножко подсказывать, и они должны перестроиться с юношеского футбола на взрослый, это немножко разные вещи, поэтому вот в этом направлении мы и работаем. Правильно?